Браки звездных пар такие разные, но их объединяет любовь, сияющая в два раза ярче. Сегодня мы расскажем о семи красивых парах, где муж и жена – известные актеры. Но прежде чем мы начнем, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Даниил Страхов и Мария Леонова. Их отношения часто называют «любовь со второго взгляда». Даниил и Мария познакомились, будучи студентами Щукинского училища. Он влюбился, а она оставалась неприступной и даже на глазах у Страхова закрутила роман с однокурсником. Но судьба подарила паре второй шанс. Молодые актеры встретились снова в театре Гоголя, куда пришли работать после училища. Они решили узаконить отношения только после 5 лет совместной жизни. Но сделали это весьма оригинально. Забежали в ЗАГС в футболках и джинсах, обменялись кольцами, получили свидетельство и пошли дальше заниматься рабочими делами. Пара вместе более 25 лет. Детей у Марии и Даниила нет, но это не мешает им жить счастливо. Вместе они пережили безденежье, неустроенный быт, и даже слухи об увлечении Страхова Еленой Кориковой не смогли разлучить супругов. Дмитрий Харатьян и Мария Майко. За 33 года, проведенных вместе, они стали похожими, как близнецы. А случилось все в 1989 году. Они снимались в фильмах в Одессе и жили в одном туристическом комплексе. Он в частном детективе, она в закате. Он известный 29-летний гардемарин из Москвы, она 19-летняя, никому не знакомая актриса из Тирасполя. Но встреча оказалась судьбоносной. Марина переехала к Дмитрию. Хотя актер, имевший за плечами неудачный брак и дочь Сашу, жениться не спешил. После 8 лет жизни в гражданском браке молодые люди расстались. Марина уехала домой к родителям и внутренне была готова к окончательному разрыву. Но Дмитрий ей позвонил и пригласил в Москву. У них была самая неординарная свадьба. Она в льняном сарафане и с косичками. Он в классическом черном костюме. 9 марта 1998 года у пары родился единственный сын Иван. Сегодня Марина и Дмитрий всегда вместе, в гостях, на презентациях, других светских мероприятиях. Их сын учится во ВГИКе на режиссерском факультете, а дочь Харатьяна от первого брака живет в Швеции. Александр Нестеров и Нонна Гришаева. Второй официальный брак Нонны Гришаевой начинался с дружбы. С Александром она познакомилась на детском спектакле, куда пришла с дочерью от первого брака Настей. Нестеров, игравший милого медвежонка, сначала стал просто другом. Во всем помогал, но чувств своих не навязывал, хотя и проявлял их. Случалось, что путь Ноны от дома был усыпан лепестками роз, а гримерку заполняли бабочки оригами. Все изменилось, когда Нестеров пригласил актрису в Таиланд. Там и вспыхнула любовь. По приезде в Москву Нонна поняла, что беременна, и Александр сразу сделал ей предложение. Они поженились в 2006 году, и вскоре родился сын Илья. В 2015 их брак чуть не распался. Стало известно о романе актрисы с коллегой Дмитрием Исаевым. Муж простил ее, поставив условие – никогда больше не встречаться с Исаевым. Нестеров моложе Гришаевой на 12 лет, но это не мешает жить им дружной семьей вместе с 2 детьми – Настей и Ильей. Владислав Котлярский и Виктория Болдырева. Владислав до сих пор помнит дату их первой встречи – 1 августа 2012 года. Снимались последние серии первого сезона сериала «Карпов», и Викторию пригласили на эпизодическую роль. Котлярскому к тому времени было уже 40 лет, но он ни разу не был женат. Виктория понравилась ему сразу, вот только девушка, которая была младше на 15 лет, не отвечала на его ухаживание. Ее приходилось завоевывать. 4 года они встречались, их везде видели вдвоем.
хотя вместе они не жили. Молодые люди поженились в 2016 году, а через полгода родилась дочка Элина. Но и после заключения брака не все было гладко. Зато сегодня Владислав – примерный муж и воспитывает дочерей Элину и Николь. Он даже присутствовал при родах и сам перерезал пуповину. В обморок не упал, но прослезился от непередаваемых ощущений. Игорь Бочкин и Анна Легчилова. Знакомство с Анной началось с несчастного случая. Актеры снимались в 2000 году в «Путниках в ночи», и Игорь случайно толкнул партнершу, после чего Анна оказалась в больнице со сломанной рукой. Это их и сблизило. В 2002 году они расписались, а через два года Бочкин сильно заболел. Врачи говорили, восстановление Игоря полностью заслуга любящей жены. В 2016 году 46-летняя Легчилова родила сына Ивана. Сегодня пара не любит рассказывать о семейной жизни. Они воспитывают сына, но успевают сниматься в фильмах. Владимир Кимельман и Евгения Дмитриева. После неудачного первого брака Евгения долгое время не думала о новых отношениях, но после 35 лет она стала задумываться о детях. И в 2011 году 38-летняя актриса родила сына Марка. Журналистам тогда не удалось узнать, кто же отец ребенка. И только в 2018 году, когда на свет появилась дочь Мария, актриса рассказала, что давно замужем. Избранником стал ее студент, 19-летний Владимир Кимельман. Сегодня ему уже 30 лет. Он успешный актер, преподаватель, а под Новый год, как и в молодости, подрабатывает Дедом Морозом. Пара не любит говорить о своей семейной жизни, но журналистам удалось узнать, что благодаря схожести темпераментов скандалов между ними нет, а в доме царит идиллия. Степан Абрамов и Мария Рассказова. Пара мало рассказывает о своем романе. Известно об их шикарной свадьбе 4 сентября 2014 года. Она прошла по классическому сюжету, от нарядов до сценария. Невеста была в пышном платье с фатой, а жених в строгом темном костюме. После торжества молодые люди много путешествовали, а через полгода, вернувшись домой, рассказали о пополнении в семье. 10 марта 2015 года у них родился сын Иван. Родители в нем души не чают и до недавнего времени часто выкладывали фото мальчика в Инстаграме. У звездных пар обычная жизнь, но проходит она на виду, и это накладывает особенный отпечаток. А какая звездная пара вам нравится больше всего? Пишите в комментариях. До новых встреч!